Давай, Мими, нападай. Война. Всю клетку разнесли. Ну что, будет бой? Давайте, вы тут такие круги нарезали классные. Покажите всем. А Чиля, боишься теперь, Мими? Мими-то, оказывается, защищаться умеет. Так значит, вы лучшая подруга Светы? Так, Мими, давай, защищайся. Лучшая. Ну, мы общаемся. Просто в последнее время у нее появились какие-то, ну, как бы сказать, секреты от меня. Ну, дети, бывает просто. Да, у меня Толик. А как у нее дела? Что у них со Шмелевым? Она мне не рассказывала. Я же говорю, что мы не настолько хорошие подруги. Однако свои вещи залегли, да? Она вам поносит, да?